Раньше через это окно можно было увидеть зеленые деревья и прекрасные сады, теперь только местную свалку. Мы находимся на дороге, название которой не знает ни один из известных нам навигаторов, однако параллельно ей идут две важные городские артерии. Справа от меня северная окружная дорога, слева река Трубеж. Опытные водители, которые ездят здесь постоянно, говорят, что свалка тут всегда. Оказывается, незаконно. Хотя, казалось бы, в практике градостроительства, кажется, не было случаев, чтобы доски, кирпичи, фанеру и оконные рамы бросали прямо рядом с дорогой. Но, видимо, для кого-то законы другие. Ибо таких мусорных кучек наша съемочная группа насчитала минимум 4. И хоть в каждой стройматериалы уложены аккуратно, меньшим это зло не становится. Так решила природоохранная прокуратура. Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по обращению граждан о захламлении территории недалеко от реки Трубеж отходами. В ходе прокурорской проверки было проведено обследование, указанное в обращении территории, и было установлено, что недалеко от Браковского третьего карьера и портового проезда в районе реки Трубеж на площади 500 квадратных метров размещены отходы. Природоохранная прокуратура вынесла представление. Дают месяц на устранение. В идеале это весь июль. Ну, или хотя бы минимум. Организовать уборку. Прокуратура будет, естественно, все контролировать. Если же к решению вопроса не приступят вовремя, то дело уйдет в суд. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город».